Неважно, чем ты сейчас занимаешься и насколько успешно, ты все время должен думать о том, каким будет твой следующий шаг, что тебе нужно сделать для того, чтобы вывести свою игру на новый уровень. Сейчас я постараюсь объяснить, что я имею в виду. Наверняка ты слышал о концепции кайдзен, которую изобрели японцы. Ее суть заключается в том, что любое большое изменение складывается из большого количества маленьких изменений. Если взять какую угодно деятельность, в ней можно вычленить какой-нибудь небольшой фрагментик и сфокусироваться на том, чтобы сделать его лучше. А на следующий день выбрать какой-нибудь другой фрагментик и сделать его лучше. А на третий день еще один фрагментик. И таким образом, с течением времени сможешь добиться больших улучшений, все время фокусируясь лишь на небольших частях целого. Это действительно работает, но только до определенного момента. Если тебе нужно добраться из точки А в точку Б, и есть большая дорога, которую нужно пройти, то, совершая вот эти вот маленькие ежедневные шаги, делая маленькие ежедневные улучшения, ты действительно доберешься, куда тебе нужно. Но есть проблема. Если между точками А и Б, там, где вот должен быть мост над пропастью, этого моста нет, и то есть в какой-то момент, двигаясь маленькими шагами из точки А, ты дойдешь до края пропасти, тебе нужно что-то другое. Нельзя перебраться на другой конец пропасти, нельзя перепрыгнуть через пропасть, совершая маленькие последовательные шаги. Ты должен совершить рывок, ты должен совершить скачок, ты должен делать что-то, что очень сильно будет отличаться от того, что ты делаешь сейчас. Только так ты сможешь перебраться через пропасть и продолжить свой путь в точку Б. Других вариантов нет. И для меня вот этим большим шагом, для меня вот этим вот скачком является программа «Уличная тренировка», над которой я начал работать с начала 2018 года. Сейчас объясню, что это. Дело в том, что программа «100-дневный воркаут», которая существует уже несколько лет и ориентирована на начинающих, на тех, кто только хочет начать свои тренировки, но не знает с чего, или возвращается к тренировкам после длительного перерыва или травм, она развивается отлично. От запуска к запуску мы вносим какие-то улучшения, какие-то изменения, постоянно анализируем, что можно изменить в программе для того, чтобы сделать ее лучше. И уже сейчас у нас несколько сотен тысяч участников, у нас 2 мобильных приложения, у нас сейчас запускается новый сайт, и все идет здорово. Но проблема в том, что у этой программы есть свой лимит, она ориентирована на начинающих. В то же время есть огромное количество людей, у которых уже есть какой-то уровень, и им она не очень интересна. Именно для того, чтобы привлечь людей с так называемым продвинутым уровнем на турники и брусья, показать им, что тренировки на уличных спортивных площадках могут быть интересными и эффективными, я и сел за разработку программы «Уличная тренировка». Моя главная задача во всем этом деле заключается в развитии воркаут-культуры. Я хочу, чтобы как можно больше людей занимались на улице, как можно больше людей занимались бесплатно, как можно больше людей меняли свою жизнь к лучшему. И поэтому я решил разработать программу для продвинутого уровня. Меня многие выпускники 100-дневки спрашивали, а что делать дальше, какой будет следующий шаг? Мы прошли 100-дневку, но не знаем, куда двинуться дальше. Раньше я не знал ответ на этот вопрос, но в январе 2018-го он пришел мне в голову. Я понял, что могу систематизировать свои знания и предложить продолжение программы, которая получила название «Уличная тренировка. Продвинутый уровень». И она полностью фокусируется на продвинутой части тренировок на уличных турниках и брусьях. Сейчас расскажу, что в нее входит. Во-первых, уличная тренировка – это 10 продвинутых упражнений. На турниках и брусьях можно выделить 10 упражнений, которые необходимо освоить для того, чтобы считаться настоящим мастером. Все упражнения разделены на несколько уровней и по несколько упражнений на каждом уровне в зависимости от своей сложности. Это моя субъективная оценка, основанная на эмпирических данных, которые я получил за несколько лет тренировок на уличных площадках. Но я думаю, что она получилась довольно точной. Действительно, самое первое упражнение, с которого стоит начать свой путь на продвинутый уровень, это выход силы. А самое сложное, если не брать различные гимнастические элементы, которые не относятся к воркаут-культуре, это подтягивание на одной руке. Мы составили программу, благодаря которой каждое из этих продвинутых упражнений можно изучить за месяц, при наличии, естественно, должного уровня подготовки. И также в этой программе есть 3 дополнительных блока, направленные на повышение ваших базовых показателей в подтягиваниях, отжиманиях и отжиманиях на брусья. Помимо этого, уличная тренировка также включает в себя информацию о различных продвинутых схемах тренировок, например, таких как «Черная пирамида», видео о которой уже вышло на канале. И таких схем огромное множество. Ты не увидишь их в тренажерном зале, ты не увидишь их в секции гимнастики. Эти вещи были изобретены на улице, их изобретли уличные атлеты, и найти их можно только на улице. Я решил систематизировать знания обо всех этих продвинутых схемах и собрать их в нашу программу «Уличная тренировка». Третий момент – это продвинутые техники выполнения упражнений, такие как, например, 21. Опять же, эти вещи ты не встретишь так просто где-нибудь.
Это то, что мы нашли, исследуя и просматривая огромное количество видео, начиная с 90-х, изучая опыт американцев и придумывая что-то свое. Эти техники выполнения упражнений, во-первых, позволят значительно разнообразить твой тренировочный процесс, а во-вторых, значительно повысить его эффективность, а значит, сделать твои тренировки более результативными. Собирая всю эту разрозненную, продвинутую информацию в одну программу, я уверен, что у нас получится продукт, который будет интересен абсолютно всем, вне зависимости от их уровня подготовки. Даже для новичков, которые только собираются пройти 100-дневку, уличная тренировка «Продвинутый уровень» станет отличным стимулом для того, чтобы начать свои тренировки, и после прохождения программы у них будет к чему стремиться дальше. Для тех, кто уже обладает значительным уровнем, для тех, кто много подтягивается, много отжимается, но не видит в своих тренировках какого-то интереса, уличная тренировка предоставит огромное разнообразие возможных вариантов упражнений и направлений для развития, и также будет интересно. В конечном итоге, благодаря внедрению программы «Уличная тренировка», я планирую как минимум удвоить аудиторию людей, которые увлекаются воркаутом и занимаются на уличных спортивных площадках. Естественно, поскольку мы говорим о воркауте, то, как и все мои остальные программы, программа «Уличная тренировка» будет абсолютно бесплатная, она выложена в открытом доступе на данный момент на нашем сайте workout.su. Но в будущем, я думаю, мы выпустим также и мобильное приложение, чтобы люди могли проходить эту программу в любом месте, в любое удобное для них время и без необходимости подключения к интернету. Я решил записать это видео, во-первых, чтобы рассказать о том, что такое уличная тренировка, потому что все чаще получаю подобные вопросы в личных сообщениях на разных сайтах, в том числе на нашем. А во-вторых, для того, чтобы показать, что вне зависимости от того, как хорошо идут дела и как хорошо развивается тот проект, которым ты занимаешься, ты всегда можешь найти способы для того, чтобы вывести свою игру на новый уровень. И ты всегда должен думать о том, что нужно сделать для того, чтобы совершить этот скачок. Ежедневные небольшие изменения – это хорошо. Без них никуда не деться, и на самом деле можно добиться огромных успехов, просто фокусируясь на разных частях своей деятельности и постепенно улучшая то одно, то другое. Это да. Но если ты не просто хочешь добиться очень высокого уровня в том, чем занимаешься, а хочешь стать лучшим из лучших, ты всегда должен думать о том, каким будет твой следующий большой шаг?